оставить свою визитную карточку для других самцов. А еще для самок. У вомбаты необычные фекалии. Сухие, из-за волокнистого питания, и принимающие форму кубиков. За ночь Бенни может отложить до сотни гранул, благодаря особым костям в тазу, превращая их в кубики. Так они не укатываются прочь, а остаются на месте. Вероятно, через послание кубиками другие вомбаты узнают о габаритах Бенни, о его возрасте и готовности к спариванию. Они также предупреждают других вомбатов не питаться в его излюбленных местах. Молодые, менее решительные самцы оставляют свои фекалии в более скрытых местах. Доминантные самцы, вроде Бенни, предпочитают самые заметные участки, чтобы никто не пропустил послание.